задняя передача включается с хрустом. И нередко бывает, когда задняя передача включается с хрустом. И здесь проблема заключается в износе синхронизатора. И если не исправить проблему, я имею в виду при первом же признаке, это может грозить необходимой заменой всего блока шестерен. И синхронизатора в том числе. А более подробней на моем канале. И не забудьте подписаться, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.